Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир буквально полчасика назад. Ну что ж, я готов забрать свои награды. Лига мастеров 3 звезды, не меньше. Так, ну что же, поехали. Сюрикены, 50 ДНК на Донателло видение, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Также у нас тут ежедневные награды. Раз и два. Шикарно. Так, ну что, пойдем выполнять задание. Значит так, нам нужно с тобой... Ну, колоду мы уже открыли. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях, серия испытаний. Ну, как обычно, начнем с серии испытаний. Кстати, мы с тобой скоро замыкаем круг. А это говорит о чем? О том, что скоро мы с тобой пойдем проходить смятение из другого измерения. Буквально через 2-3 серии. Так, ну что, Хан у нас здесь. Давай Хана быстренько с тобой накажем. У Саги, к сожалению, не было две атаки. Почему у Лео столько мало здоровья? Объясни-ка мне, пожалуйста, а? Нет, 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 друзья мои, нужно хильнуться как можно быстрее. Только кем? У меня хиляется только лишь Леонардо. Так, ну что, валунчик нет. Я думаю, не стоит бросать валун. Наверное, вот так вот разберемся. Теперь хильнемся. Так, добиваем клан футовца и переходим с тобой на вторую волну. На второй волне, наверное, быстренько применяем с тобой валунчик или же шипы от Шреддера. А может быть и так вообще, просто их разнесем. Так, Усаги бьет второй раз минус змея Карай. И давай сделаем с тобой все-таки шипы, так будет быстрее и практичнее. Не понял юмора, пиццелицы, ты не припухли? Лежать, как говорится, Харри вниз, Харри в землю. Жуя свальт. Что-то еще можно придумать, я не знаю. В общем, ребят, победа за нами, естественно. Тут по-другому и быть не могло. Так, забираем награду и теперь... Так, а теперь что у нас? Поиски, друзья мои, поиски на Карайку, хотел сказать. Но на самом деле я уже на Карайку все нашел, что мог. Единственное, чего мне не хватает, это, друзья мои, мутагена. Нужно 12500, чтобы прокачать до 6-й ступени, но... Мы ведь с тобой можем искать на кого-то другого теперь. А вот кого? Карайка, так, тигриный ко... Так, а Шреддер у нас с тобой? Так, у него все прокачано. Тогда получается, что... Тимати? Не, только не Тимати, друзья мои. Только не Тимати. Давайте я лучше начну прокачивать Паукуса, да. Тимати не хочу, ребят. Так, ну что, два геймпада нужно найти. Давай попробуем. Так, один нашли. Сейчас найдем. Так, второй тоже нашли. Ячейка силовая Крэнгов. Вот так вот быстро мы ее обнаружили. И 10 ящиков с инструментами. Погнали. Раз. Не то. Два. Три. Так, три ящика мы нашли. Давай попробуем найти остальные. Так, четыре. Пять. Так, подожди, пять. Еще пять нужно, да? Шесть. Я просто смотрю за пиццей. Она у меня быстро очень кончается. Это шесть. Ну вот, начинается, короче. Семь. Так, еще три. Ага, и... Все, и пицца кончилась, как всегда, на самом интересном месте. Не хватило буквально, ребята, одного ящика найти. Ну и фиг с ним. Так, давай здесь заберем награду. Поднять уровень персонажа. Так, вот это уже интересно. Я только, ребят, начал копить мутаген. Как мне нужно поднимать уровень персонажа. И это будет у нас Бибо. Отлично. Так, ну что, забираем с тобой все награды. Раз и два. Так, а что у нас тут в магазине светится? Пак. Ну, естественно, его тоже берем. И я единственное, что не посмотрел, ребята, это рекламу. Да, 10 откатов у меня остаются пока нетронутыми. Так, осколки это все. Вот, друзья мои, смотрите-ка. Леонардо видение на этой неделе у нас разыгрывается. Это тоже очень хорошо, потому что он мне нужен. Так.
Давай-ка посмотрим, сколько мне не хватает ДНК для того, чтобы прокачать Леонардо видение. Так, где он вообще у нас здесь? О, друзья мои, ну сколько там? Максимум, по-моему, если ошибаюсь, 50 ДНК или даже 40. По-моему, 50 можно урвать. То есть будет у него 55 ДНК. Ну, ровно почти половина. Ладно. Так, а мы с тобой здесь получили 50 ДНК на нашего Донателло видения. Так, мне интересно знать, где он. Вот он. Ребята, 20 ДНК не хватает для того, чтобы его прокачать на фулл золотую звезду. И, соответственно, там уже можно будет переводить в платиновый ранг. Так, ладно, об этом позже, друзья мои. Какие у нас испытания на этой неделе? Сцены насилия, где мы будем с тобой получать кого? А никого, это пролетает мимо у нас, потому что здесь все у нас есть. А силы природы здесь у нас. А вот это уже хорошо, ребята. Леонардо видение, Донателло видение, так же как и Микеланджело с Рафаэлем. То есть, а если посмотреть, кого нам по персонажам дадут? Все, друзья мои, это событие мы с вами обязательно будем проходить. И обязательно будем фармить именно черепашек ниндзя видения. Они-то нам как раз и нужны. Но это все у нас в будущем. Плюс у нас эксперт, это будет Усаги против хитрости. И платиновая, это будет сама хитрость. Так что, друзья мои, поехали на арену. Первым делом всегда арена. Сегодня буст, надеюсь, он у нас пройдет великолепно. Я верю в это. И начинаем мы с тобой с Рафаэля. Как ты видишь, у противника 16-17 уровень, а мы с тобой... Ну, естественно, 45-очка у нас светит. Не меньше. Погнали. Так, начнем, наверное. Да, тут, в принципе, с любого можно начинать. Нам без разницы. Пумс минус. Пощечина пинс минус. И минус. Вот так вот. Ни единого шанса на выживание противнику мы не даем. И не дадим, пока они не окрепнут и не встанут на ноги. Так, ребята, воин, две звездочки, 79-я позиция, двигаемся дальше. Кстати, у нас 90 монет, мы можем с тобой взять ДНК на Донателло Космос. И у нас тут Антонио вежливо представляет нам 11-12, и я, естественно, принимаю вызов, принимаю его предложение, и мы двигаемся дальше. Тут у нас Пит, Рокстеди Кролик и Слэш. А у него Хан, Бакстер, Стокман и Эйприл. Ну, поехали. Ну что ты, Питушка, ну родной ты мой. Давай, Слэш, добивай его. Так, ушатали Эйприл. Надо же, Пит завалил Бакстера Стокмана. Что у него там на спине, черт подери, а, ребята? У Пита какие-то непонятные прыщи. Так, ну что, воин 3 звезды, шикарно, 88-я позиция. На это даже не стоит обращать внимание, ребята. И у нас тут Николай Себастьян. Феррейра. Еще бы надо было добавить, и было бы как в песне. Так, ну что, Кужеголовый, Майки Космос, ага, Бибоп и Рафаэль Классический. Вот такая вот у меня легендарная четверка из простачков выходит против Хана, Донни, Рокстеди и Шреддера. Делаем удар, массовый, но слабый. Хоу, ничего себе слабый. Шреддер так вообще сразу отдуплился. Ну давай, колонку откроем и... Кстати, вот насчет вот этой колонки, я уже где-то в какой-то серии говорил, ребята, это у нас, помните, когда черепашки-ниндзя разборки в Манхэттене, они могли бить по колонкам, и оттуда вылетал как раз вот этот вот снаряд. Здесь они сохранили эту концепцию именно с той далекой серии игр на Сеге. Так, ну что, мы с тобой уже в элите, как ты видишь, да, одна звезда. И 12-13, а дадите мне что-нибудь пожирнее, например, там 12 или 13-14, я бы очень был вам признателен. Нет, по-моему, мы и так спешим, и они, видимо, это понимают и не хотят меня, ребят, продвигать. Хотя они знают, что я могу на большее. Вот, ха-ха-ха, Джозеф. Спасибо, Джозеф, вовремя ты здесь вышел со своими кубками, как раз мне нужно для буста. Так, ребят, ну как видите, у них 28 уровень, а у нас 45.
Шансов у противников ну просто никакого. Поехали. Начнем с массовой атаки. Вот Рафаэлю бы прокачать вот этот удар, было бы вообще топово. Так, минус. Давай, плечом. Тыщ. Мне нравится вот этот удар. Просто наисильнейший, ребята. Шипованным плечом, понимаешь, получить. Причем у него, главное, одна сторона в шипах. Здесь-то с этой стороны все нормально. Так, ну что, перейдем в элиту 2. Да, ребята, элита 2 звезды. Вот, ух ты, сотое место прям. Тютелька в тютельку. Так, смотри, ох ты, 13-15. Слушай, пошла маза, по-моему. Мы с тобой поймали волну кавабанги, тебе не кажется? Раз, два, три, четыре, пять. И тем более 5 черепашек уже даются. То есть, фулл комплект. Ну, а как по-другому-то сказать? Ну что, Донни, ты готов? Нет, Донни не готов. Начинает майки у нас. С выброса своей бомбочки нарисованной. Ну, как всегда, атака хиленькая. Слушай, а вот это что у нас такое? Ага, вот оно как работает. Ну-ка, давай, Донни. Тьфу. Найс. И добивка. Получите. Такой он, а, ребята, жирный, мощный. И в то же время он красиво выглядит. Мне нравится, как здесь выглядит наш Бибоп. Тем более очки, это же Зек. Да, это именно Зек, превращенный после мутагена в этого самого Бибопа. Ну что, у нас с тобой второе место. Ну, не перешли, не перешли, ну... Ничего страшного, ребята. Берем просто-напросто Вадима с его 30-ми уровнями. И берем наших вот этих ребят, которые уже переходят на полтишок. То есть 50-й уровень. Так, тут как раз Леонардо Видение спрятался у нас в этой команде. Погнали. На голову им, правильно, приземляемся. Тынь с Хана. Троих сдуло просто ветром. И Лео, конечно же, тут добьет. Мне нравится. Кто-то, кстати, писал в комментариях, что вот этот вот Леонардо чуть ли не один из сильных персонажей. Именно среди черепашек из видения. Не знаю, ребят. Не знаю. Ничего пока сказать не могу, потому что он у меня не прокачанный. То, что у него есть массовая атака, по-моему, даже две у него есть массовые атаки. Да, это вот первая и вторая, когда он бросает бутылочку, потом по ней стреляет. Так, ладно, мы отвлеклись. У нас элита 3 звезды. Друзья мои, еще бой, и у нас будут самураи. Ну, я имею в виду ранг. Раз, два, ой, полтишки пошли. Слушай, ну он тоже не отстает, ребята, у него 40-е ранги, так что преимущества тут особого у нас нет, ну, на 10 уровней пока. Причем при его фулл прокачке это, знаешь ли, ерунда. Даже морозильную кошку не вырубили. Вот об этом я и говорил. Так, подожди секунду, давай, наверное, вырубим морозилку, чтобы она тут не хиляла. А потом надо будет браться за Микеланджело. Вот за этого. Но он успевает все-таки шитик этакий усилить команду на атаку. Сделали очищение. Так, ну-ка. Слабо. Так, массовая пошла. Все равно слабо. Так, майки добиваем. Так, у этих постепенка висит. Ой-ой-ой, тихо. Не вздумай трогать шинигами. Так, слушай, ну мне нужно Лео вот этого вырубить. Я знаю, на что он способен. Он очень сильный. Все, можно немножко расслабиться. Так, ну-ка, огоньком. Есть. Вот, ты видел, какая была, ребята, опасность? Вот еще бы чуть-чуть бы и нас начали бы разбирать. Поэтому... Хотя разница была почти на 10 уровней. Так, ну что же, а вот и самураи долгожданные, которые нас поведут с собой куда? Да-да, именно в сёгуны. 14-17. No name. No name. Так, что у нас тут? Ребята, у них 41-й ранг. Крэнк, Кунаичи, Донни, Лео. И... Наверное, я возьму лучше вот этого Рокстеди. Почему именно этого, ребята? Потому что он как провокатор идет. Хм. Ну что, давай-ка начнем. Очищай. Вот зачем он это? А, иммунитет. Это правильно, он, в принципе, делает иммунку. Так, сейчас посмотрим. Слабо ты Крэнк ударил. Тут надо вырубать, наверное, скорее всего, нам Эйприл, чтобы не хилялся, да? Так, теперь вырубать, наверное, нам нужно
Бакстера Стокмана. Чтобы он тут массовый атак себе не применял. Отлично. Дальше, наверное, сделаем круговую. Выжили. Так, усиление. А ну-ка, давай метнем с тобой дубину эту. Тьфу ты. Слушай, а что вот это дает нам? Что он сделал, ребята? Я так и не понял. Так очень главное, плечо сел, да, типа, слушай меня внимательно, пощечину дал. Ну ты крэнгу даешь. Смешить-то ты, конечно, гораст. Так, ну что, друзья мои, идеальная победа. Сами все прекрасно видите. Двигаемся дальше. Так. И переходим, да, ребята, самурай, две звездочки, 95-я позиция. Так, 14-17, вот даже как. Даже 14-18 Трэвис нам дает такую возможность, ребята. Я с превеликим удовольствием принимаю. Раз, два, три, четыре. И здесь, наверное, я возьму... Подожди, а кого взять-то лучше? Наверное, Донателло возьму, да, на всякий случай. Хил есть у нас в виде Микеланджело. Ну, правда, не прокачанный, но... Так, для поддержания штанов, я думаю, хватит. Так, тут муха, Бакстер Стокман. Плюс дебаф от... вот это вот плохо, ребят, на самом деле. Ну что же, теперь придется, наверное, вот так вот делать. Постепеночка, это хорошо. Ах ты, очищение делает. Так, мне нужно как можно быстрее, ребята, блин, переключиться на... Вот. Так, берем провокацию. Все. Выпускаем нашего дрона. Теперь массовый удар по земле. Ой-ой-ой, вот это плохо. Тихо. Да ну, а, нет, нормально. Я думал, что он тоже дрон вызывает. Так, друзья мои, поджигаем всю команду. Хе-хе-хе-хе. Успокойся, дядя. Тебе не пробить. Вот, в принципе, для чего мне и понадобился Майки. Слушай, ну он здесь неплохо отхилял, кстати. Накось, получи. И добиваем Хана. Или промахнулся. Ага, промахнулся. А если слизнем? Да ну. Фу, нормально. Ну что, ребятушки, ну сами все прекрасно видели. Выиграли, да, вот если бы не было бы Донателло с его провокацией, ну я не знаю, что бы, какой бы здесь итог был бы. Скорее всего, сфейлились. Так, ну что у нас тут? 40-я позиция, то есть еще один поединок, и мы с тобой в Лиге Самураев 3 звезды будем. Так, 14-18, дайте, пожалуйста. Вот, Стивен. Так, у нас Стивен. И заметьте, у них уже приближается к 50 уровню. Приближается, поэтому, наверное, мы здесь с тобой возьмем Змейковью на 70-го. Это уже, как говорится, твердая гарантия того, что здесь мы не сфейлимся. Так, по-моему, он будет первым ходить. Ага, нет, 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 нет. Сделаем тогда дебафчик с тобой. А вот теперь должен змей... Да подожди, ты почему не Змейковью, то почему Майки-то? Хоу, ничего себе, он тут их... Ну, ребята, здесь объясняется все элементарно. Почему мы наносили им такой офигенный урон своими слабыми, в принципе, персонажами? Потому что, да, именно Хан сделал дебаф. Он сделал понижение защиты и, соответственно, понижение атаки некоторым. Только за счет этого у нас все, в принципе, и прокатило. Ну, и, естественно, Змейковюн, как сильный рядовой моб, он смог их просто уже пробить, прожарить конкретно до хрустящей корочки. Так, ну что, нам дадут тут 14-19 или будут вокруг да около тут облизываться ходить? По-моему, нет, ребят, не дают они мне. Хотя я больше уверен, что я бы смог потянуть. Причем вообще в легкую. Но не дают, ребят, не дают. Придется соглашаться с их условиями. Я возьму, наверное, Джеймса здесь. 44-й ранг. Так, у нас с тобой до сих пор еще 50-й, но... 50-е будут у нас под прикрытием. Это естественно, ребят. Под прикрытием платиновых бойцов. Смотри, у них тут Хан, у них Бакстер Стокман. Сделаем, наверное, понижение брони. Но не всем. А? Ты понял? Вот такой вот он пройдоха. Минус муха. Давай я, наверное, ускорю команду нашу.
Сносим сплинтера. Я так думаю. Так, далее. Наносим удар шипами Бакстеру Стокману. Хана в расход. Ну и, естественно, Криса Брэдфорда то же самое, ребят. Все. Слушай, а вот это вот, что там за фотография? Это же у нас этот, сенсей, как его звать-то? Великий вот этот вот. В Японии. Ну, кто помнит, тот напишет в комментариях. Как же его звали-то? У него еще книга вот эта вот. «Искусство войны», по-моему, он написал, да? Мао Цзэдун или что-то такое. Врать не буду, ребят, не хочу наговаривать сейчас. Но я знаю, что... что это фоточка. Только не надо говорить, что это сплинтер. Нет, это не сплинтер. Типа его фото в додзе. Нет, нифига подобного. Ладно, что мы с тобой отвлекаемся? Пока не на то, что нужно. Вот, ребята, 15-19. Мариинушка, радость моя. Счастье ты мое, пришла ко мне наконец-то, да? Наконец-то она хочет, чтобы Рэйчик нормально пошел дальше бустовать. Ну, возьму здесь Джастина. Хоть я к нему, конечно, негативно отношусь, ребят, но все-таки он у нас в платиновом ранге и должен как-то нас выручать. Поехали. Запах изо рта. Почти всех накрыли. Я думаю, что Лео сейчас добьет. В плане. Рафаэль, ты что, припух, что ли? На, получи. Причем, блин, у этого, ребята, вот если посмотреть на этого Кейси Джонса, такое ощущение, что у него все самодельное. Вот эти вот щитки, шлем, даже те же самые клюшки, с которыми он бегает. Самоделка. Так, ну что, 88-й ранг. 15-19, уже меньше не дадут, да? А двадцаточку вы мне подкинете, нет? Нет, скорее всего, не подкинут. Ладно. Так, возьмем с тобой Вадима. Конечно же, Вадьку возьмем. Хоть там и майки 48 уровня. Но я думаю, что мы справимся, наверное, если я возьму сюда Зека. Зек, друзья мои, переплевывает вражеского Микеланджело по инициативе. Поэтому бомбочка будет от нас первым. Так, а вот урон какой? Колоссальный урон, друзья мои. Так, двоих должна снести, в принципе, наша лиса. Чух. Нет, только одного. Ну, давай сделаем тогда вот так вот. Если что, дебаф повесим. Тыч. Да, ребят, превосходно. Блин, почему вот в эту игру не засунули таких персонажей, как Ирму, да? Того же самого Рэя не всунули сюда. Гранитора, блин. Нет, ну они есть как бы как боссы, но почему их не сделали тоже как обычными бойцами? Трега, Гранитора, кто у нас там? Там дофига этих персонажей на самом-то деле. Было бы прикольно, да, поиграть-то ими здесь. Но ничего, ребят, скоро, надеюсь, скоро выйдет новая часть Черепашек-ниндзя Shredder Revenge, и мы с вами поиграем. Так, ну что у нас тут, 15-20, а дадите мне что-нибудь посерьезнее, там, например, 15 или 16-21, я бы был бы не против. По-моему, ага. Так, подожди, я уже обратно согласен на 15-20. Эй, вот, дают, Кайл. Ну что, Кайл, я готов. Оу, 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 щит, друзья мои, у меня 55 уровень, а он уже ближе к 60-му. Так, секунду, я, наверное, возьму вот так вот. Я думаю, что здесь наш Усаги, да, несмотря на то, что, ребята, он, конечно, крепкий, но вертушка-то будет первая от него. Я думаю, эти 50-е уровни просто сейчас штабелями здесь лягут от одной вертушечки. Нет, как ни странно, ребята. Роквелл и Шреддер, они выстояли. Да, они были, конечно, под постепенным уроном. То есть они уже не жильцы. Но они устояли саму вертушку. Ха. Ребята, Сёгун, 2 звезды. Вот это я называю буст. Вот это 100%-ный, ребят, сегодня был буст. Еще, правда, он не закончился, мы продолжаем. Я вот хочу выудить здесь 16-21, но мне что-то подсказывает: закати как губежки, Рэйчик. И по ходу дела так оно и есть. Не дадут, ребят. Не дадут, ладно, фиг с ним. Миша, давай, Мишань, немножко с тобой поспарингуем. Так, 54-й. А у нас меньше-то и нету. Все, ребят,
У нас уже все, топчики идут. 70-е ранги. Тут уже можно без подстраховки играть, сам понимаешь, да? Хопа. И, наверное, добивочный это будет. Наверное. Слушай, обязательно кто-нибудь да выживет. Как они так делают, я не понимаю. Но, как ты видишь, идеальная победа. Сколько еще? Два, наверное, поединка у нас. Так, 59-я позиция. Так, едем дальше. Обновим. Да что такое-то? Не дают и все, а? Ни в какую, ребята. Уже три боя мы с тобой стоим на одной точке. Не знаю, по какой причине они меня не продвигают. Хочу 16-21. Или 15-21. Вот, вот, ребята, Андрюшка. Стоило попросить хорошенько, и Андрюшка нам улыбнулся. Ну что, друзья мои, в бой. 58-60 уровни. Почему здесь вот Железноголовый такой маленький? А? В мультике он, по-моему, не был таким маленьким. Вот я играл в игры, в другие, да, про черепашек. Он там какой-то, особенно он был когда боссом, он там гигантский, а здесь какой-то малюсенький. Так, ладно, сделаем. Зачем мне доп. Защита, если мы так вот разберем их всех? Ладно, давай. Заканчиваем здесь. Чуть-чуть. Бакстер Стопман упал. И плюс... Тю. Ага. Не тут-то было. Так, Рокстеди тут выжил. Как он хорошо жонглирует. Так, интересно, ребята, что вроде бы... Там, я смотрю, одни револьверы и автоматы, а в результате у него получается гранаты в руках. Куда он это все отсеял? Так, ну что, мы с тобой перейдем? Не перешли. Не перешли, не хотят. Так, давай. Не надо выкаблучиваться. Вот, 16-21. Селим. Так, а что у нас по боевке, ребят? Раз, два, три. 4, 5. Получается всего лишь 2 боя. Ну, включая вот этот вот. То есть до Лиги Мастеров мы не дойдем. Но... Зато лигу... Подожди, или дойдем? Сейчас посмотрим. Скорее всего, вряд ли. Не хватит нам, да? Чуть-чуть. Но это не важно. Все равно я считаю, что этот буст у нас хорош. Очень так быстро и бодренько. Причем летим с тобой, несмотря ни на что. Сейчас глянем. Так, Сёгун 3 звезды. Позиция, ну да, до мастера не дотянем. Нет, ну конечно, можем попробовать с тобой на откатах. Но зачем? Нам все равно ничего это не даст. А то, что мы с тобой откаты потратим, да? Мы, ну, продвинемся мы с тобой там, например, до лиги. А завтра зайдем, и все, и мы с тобой будем уже скинуты, опять же, до самураев. А завтра, друзья мои, у меня будет первая смена с утра. Так что вряд ли будут какие-то видосики выходить. Поэтому сегодня я постараюсь как можно больше... выложить для вас, чтобы на мои рабочие смены вам было что посмотреть. Ну что, друзья мои. Да, 46-я позиция. Ну что, я предлагаю, наверное, пойти на испытание и взять нахрапом силу природы. Ну я просто хочу, ребят, нафармить вот этих вот черепашек. Поехали. Так, у нас, в принципе, топовая команда, ребята. Здесь вообще можно просто вот так вот включать автобой, идти наливать чай, кофе. Кстати, вам тоже приятного аппетита, если кто-то сейчас кушает или пьет чай. Ну, естественно, мне никуда не оторваться, ребят. Как же я пойду сейчас наливать чай, а кто будет комментировать происходящее, а? Я как этот комментатор футбольной лиги у Черепашка-ниндзя легенды, ё-моё. Так, ну здесь, естественно, никаких проблем нету. Единственное, хотелось бы, чтобы, вот, например, Армагон мог бы сейчас просто валунчик бросить и все. Мне там вот надо вот по одному их кромсать. Ну, фиг с ним. Хочется, пускай кромсает. Все равно у нас с тобой, как минимум, 4 поединка будут в холостую. Мало того, что уровень слабый, так еще нам будут выпадать те персонажи, которые и не нужны даром. Так, так. Кстати, пишите свое мнение по поводу, что мы начали играть в Черепашки-ниндзя. Сила порталов. Будем продолжать или нет.
У меня, если честно, где-то на канале, ребята, было прохождение, но я его не допрошел, потому что там сейвы удалились. Я там дошел до локации Магма, если я не ошибаюсь. Поэтому я начал все заново и хотелось бы знать ваше мнение. Будем играть или не будем? Интересно она вам или нет? Так, окей, тут кромсаем, рубашим. Все. Сделали свое дело. И мы с тобой двигаемся далее. Опять же, третий у нас поединок будет тоже проходящий и четвертый. А вот уже с пятого начнется то, что нам нужно. Там пойдут черепашки видения. Мы с тобой специально, да, посмотрели, сколько нам не хватает. Где-то 40, где-то 50, где-то там вообще маленечко. Например, на Донателло видения не хватает вроде бы 20, всего лишь 20 ДНК. Это, я считаю, не так много, друзья мои. 20 ДНК, даже если мы будем, предположим, с тобой по 2 ДНК фармить, это 10 удачных попыток. В принципе, за неделю это можно сделать. Причем не напрягаясь. Главное, чтобы везло. Без везения, конечно, фиг ты чего получишь. Ну и, конечно же, покупать порталы, потому что фарм очень требователен порталам. Даже не столько важны здесь откаты, сколько именно порталы. По 4 штуки за одну попытку, и то, которое тебе не дает никакой гарантии на удачу. Как бы в данный момент у меня 946 долларов. 1200 стоит 250 порталов. Ну, 250 порталов, на самом деле, это, ребята, приличное количество. И именно фармить неделю, этого более чем достаточно. Если фармить именно то, что нужно, а не просто там бегать и это. Ты еще не забывай, что мы порталы тратим с тобой на ежедневные задания, когда выполняем вот эти вот бои, поединки. Это же тоже все делается за порталы. Так, ну что, у нас тут третья волна. Кстати, нам нужно будет с собой прокачать сегодня. Я думаю, что мы за прохождение арены заработали себе 12 тысяч мутагена. А, тут же еще у нас босс. Это этот, как его там? Хотел сказать, уже жутик, ё-моё. Это же этот, Химера, да. Жутик у нас это в черепашках. Ой, в черепашках. В драконах, в саднике Олуха. Вот там у нас жутик, а здесь нет. Здесь Химера. Так, ну что, двигаемся дальше. И вот сейчас, ребят, вот именно с этого момента начинается самый смак. Черепашки видения, которые мне нужны. Ты смотри, тут на фарме, ребята, можно получить аж до 3 ДНК. Соответственно, шансы прокачать увеличиваются, ну, почти в 3 раза. Ладно, мы сейчас с тобой пройдем вначале все эти события. И, по-моему, вот на самом последнем будут как раз разыгрываться именно 4 вот эти вот черепашки. То есть Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль. Именно видение. Именно они мне нужны. Мне вот не хватает как раз прокачать черепашек видения, черепашек космос и ролевики. Ролевиков там чуть-чуть осталось, по-моему. Не хватает мне только лишь Леонардо ролевой и... Так, и, по-моему, Донни или Рафаэль. Микеланджело вроде бы прокачан, да? Или Рафаэль прокачан. В любом случае, вот нужны космос, видение и... Потому что у нас классические прокачанные полностью и оригиналы. И обычные вот эти вот самые, которыми мы играем, вот эти вот. Так, ну что, Рафаэль, видение. Здесь, естественно, мы с тобой получаем по одной ДНК всего лишь-то. Так что, и еще не забывай то, что мы с тобой не будем проходить первое событие, потому что оно нам нафиг не нужно. Все, что там можно было получить, мы уже давно получили. И будем тратить сыр только здесь. То есть это событие мы с тобой прошли целую неделю, вплоть до пятницы. Мы будем с тобой фармить именно этот этап. Именно на ДНК для черепашек видения. Потому что в пятницу у нас будет с тобой только лишь откат на Усаги. И, соответственно, там эксперт для элементов, для прокачки скиллов. То есть, сам понимаешь, у нас с тобой получается только фарм и арена.
Так что, ребят, наверное, вот пиши в комментариях, будем играть или я буду арену проходить за кадром. Уже встретимся тогда в пятницу с тобой. Полностью, как говорится, уже, я хотел сказать, прокачанный. Не полностью прокачанный, а полностью, как сказать, подготовленный. То есть мы с тобой уже здесь все прошли. Я много что нафармил. И просто в пятницу заходим в игру и начинаем бомбашить. А до пятницы мы с тобой играем Черепашки-ниндзя Сила порталов. Вот как тебе такой вариант? Или все-таки будем заходить на арену? Пиши, короче. Пиши, потому что ваше мнение, как говорится, это полезно. Во-первых, вы хоть как-то со мной общаетесь, а не просто сидите тупо смотрите. Вот. Ну и во-вторых, мне хотя бы знать, в каком направлении двигаться. Будем, не будем, фиг знает. Может, вам не интересно. Сами знаете, что на арене мы обычно с вами берем Армагона, Шреддера, Усаги, Леонардо. Ну вот буквально вот этих четверых персонажей. И там разбираем всех абсолютно. То есть это получается, ну, монотонка, если честно. Даже не то, что монотонка, а это однообразно и очень быстро. Понимаешь, да, к чему? Просто идем. Просто можно выбрать какую-нибудь тему для общения в этот момент. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Чем больше вопросов, тем, как говорится, интереснее будет серия. Потому что, ну, можно будет поотвечать, поговорить. Так. О, Армагон в каком-то веке делает удар. Красавчик. Не ожидал я от него этого. Так, а у нас на последней волне, получается, будет кто? А на последней волне у нас будет с вами, конечно же, Химера. И еще, друзья мои, мне очень стало грустно и обидно от того, что наши Kingdom Rush легенды, да, вышли только на iOS-системы. Просто меня это убило, ребята. Я думал, что это будет и на Android, ну, в конце концов, хотя бы в Steam. Нет, эксклюзив для аркады, понимаешь? И все. Ну, у меня нету, конечно, ни планшета, ни телефона от iOS системы, да, айфона там. У меня только обычные там телефоны на системе Android. И покупать как бы не особо желания нету. Даже если бы было, как я бы тебе записывал, транслировал это все, тем более. В общем, ребят, немножко я взгрустнул по этому поводу. Конечно, надежда остается. К тому же, ребята, они полностью переделали систему игры. Теперь это пошаговые бои. Да, она как бы Tower Defense получается, но пошаговый. То есть все персонажи, которые были ранее в игре, ты их берешь и воюешь против орд, как обычно, всякой нежити и нечисти. И, как я вот читал комментарии, слишком наигранная графика, слишком мультяшная, понимаешь, слишком мультяшная. Типа, ну как вот для детишек сделали. Ну там, в принципе, я смотрел ограничения 6 в плюсе, то с 6 лет можно уже в эту игру играть. Фиг его знает. Никаких пока тебе не могу сказать за и против, потому что я в нее не играл. А смотреть кого-то, кто как играет, ребят, ну, не люблю я этого делать. Не хочу. Лучше я дождусь лучшего момента. Я все-таки, мне кажется, они, ребята, срубят денег с этих, с яблочков, да? С яблонников. Как назвать-то? Яблочники. С них, когда срубят бабки, может быть, тогда уже они все-таки сделают порт и перекинут. Пускай хотя бы в Стиме. Пускай она хотя бы будет платная в Стиме, ребят. Пускай они на Android ее не выпускают. Но чтобы хотя бы была возможность поиграть тем людям, которые не обладают, как говорится, аксессуарами от Apple. Так, ну что, Химера. Это у нас, кстати, с тобой последний поединок, да? По-моему, да. Так, Рафаэль. Правильно. Ярость Рафа врубил. Так, замедлили Химеру. И все, тут крышка, походу, дела ей. Тынь-тынь-тынь. Да. Три укуса от Армагона, мало кто переживает. Также Химера не исключение. Ну что, давай смотреть. Леонардо видит. Подожди-ка. Ну да, ребята, все. Вот об этом я тебе и говорил. Ты видишь? Все четыре черепашки. Плюс, причем у Леонардо 3 ДНК, а у остальных 2. С чем это связано, интересно? А, тут у Донателло 3. Так, ну что, друзья мои,
У нас есть одна попытка, потому что 12 сыра. Ну, давай рискнем. Ой, погоди, не то. Карта Бибо-Бима. Ну зачем мне ваша карта? Ладно. Так, ребят, у нас мутагена-то хватает, чтобы карайки прокачать удар копья на 6-ю ступень. По-моему, хватает. Да, 19 тысяч мутагена. 6-я ступень прокачивается этого копья. Все. Все. Что у нас тут остается? Ну, единственное, за кадром я, наверное, набью осколки. Также я пойду набью в магазине. Кстати, подожди-ка, предметы. Здесь-то мы с тобой, да, покупаем 3 ДНК. В жетонах у нас 635, подожди секунду. А, нужно 710. О, так у нас получается 3 ДНК и все, ребята, и Рокстеди тоже прокачается. А куда он там прокачается-то? Он у нас, по-моему, еще до сих пор... Да, он в серебре, он получит у нас 4-ю золотую звезду. Ну, хоть что-то, хоть где-то. Какой-то будет движняк. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы, короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.